Да. Это было забавно. Я что-то в ОБС просто не посмотрел, думал, сцену переключила, но не переключилась. Хорошо, хорошо, что есть чат. Стример сошел с ума, КР не запущено, комментирует, да. О! Анимация классная. КР один душил тебя максимально, но так оно и было. Что же, держим курс к планете. Там нас должны настигнуть арбузы. Наверное. Угу. Не так-то их тут и много. Можем их забороть. Почему же, интересно, Вита проёнец всё ещё под атакой? Неужто подкрепление пришло? Да зачем ты ход пропускаешь? А, нет, не пропускает. Звездная карта. Зандур. Угу, то, что надо. Давай. А, ну вот, собственно, в Процеоне там, наверное, движок и есть. 35 парсек, ну ёлки-палки. Я, конечно, могу туда слетать за двигателем. Вылечили оттуда. Хотя бы в информационный центр пустили. А, так, два импульсных хороших двигателя есть. Денег мне на них хватит, чтобы их купить. Что ж, остается только вот так взлетать и садиться. Что еще делать нам? Два нодуса не разломают нафиг просто оборудку. Не факт, что нам хватит даже после продажи всех арбузов. А, и опасно близко к центру рейнджеров они летают. Сейчас там и окажутся, скорее всего, и будут по нему палить вместо меня. Мутенков мы, по крайней мере, разбираем за два залпа. Это плюс. Парк, как обычно, тащит на себе всю свободу коалиции. Ну, так оно и получается. Эх, только бы порцион не захватили, пока мы здесь ковыряемся. Они уже свелись на центр рейнджеров. По-моему, последнему центру рейнджеров будет хана такими темпами. 14 протоплазмы. Надо собрать всю оставшуюся протоплазму, которая здесь будет. Кстати, а не было ли у нас на Рамгатуру протоплазмы? Не было. Нигде в этой системе ее не было. Так бы сдал на склад. Ой, не склад, на центр рейнджеров сдал бы. Ой, сейчас еще и второй нондус сюда. Не, ну ладно, его хотя бы отвлекли. 358. Живем, живем. Их поменьше стало, поэтому и живем. Эх, гад отлетел. Я по нему буду палить груитонными лучеметами. Блин, что этот упорно смотрит на центр рейнджеров? Гад такой. Они по мне стрелять будут. О, хотя бы Корсар Шерлок прилетел. Корсар Шерлок, помогай. А, понятно, свои проблемы. Ну и засранец ты просто. Не совсем ясно, что делать с Катаури, потому что он держится за радиусом.
Конечно, можно попробовать постоять под огнем, попалить по нему. Стараюсь их держать на себе. Но долго ли это получится делать? Понятно. Вот он уезжает просто и... И чё? А, там Нандос палит по центру рейнджеров тем временем. Нет, так не пойдет. Нужно было Нандос зацепить огнем. Иначе он будет по нему бить. Они все равно на центр рейнджеров смотрят. Что за безобразие? Как же его отвлечь от него? О, наконец-то на меня смотрит. ХП. По-моему, мы не выживаем. Да, мы никак не выживаем после такого. Эх, печально. По одной катаурке фокусить? Не, ну можно. Проблема в том, что мне нужно возле планеты держаться, чтобы починиться. Как их тут фокусить, не вполне понятно. А, ну. В целом, Нандус вряд ли разберет центр рейнджеров. Так, у нас пращер 30 вот этот. Нужно будет по нему стрелять. Пока идем в минус по деньгам. А, блин, еще и второй. Нет, центр рейнджеров там хана, по-моему, будет. Такими темпами. Сколько ему? 60. 70 хп где-то выносит. 31-46. Это влезет. Это влезет. Так, один отвлек. Не отвлек. Сволочь, они прям по нему палят. Ну ладно. Его мы хотя бы спасем. Наверное. О, успели сдать 26 единиц протоплазмы. А вот это придется чинить. А вот это придется чинить. Ну, вряд ли его взорвут. По крайней мере, постараемся, чтобы так не случилось. Еще и протоплазмы, глядишь, соберем. Может быть, еще навык прокачаем. Не, навык вряд ли прокачаем. Радует, что не бьют хотя бы порцион. Прям здорово. Может, так еще и двигатель выкупим. О, сейчас протоплазмы наберу. Класс, взорвался. И остался Нондус. По-моему, два Нондуса осталось. Два же. Арбузы сейчас тоже соберу, продам. Пятнадцать. 43. Все, не влезет. 58. Надо 5 протоплазмы выбросить.
Во! Что там 109? Для торговли надо 280. Что не обаяние? Знание техники? Блин, а чё Нандос такой быстрый? Гимон! Ничего себе. Ну погоди. До Гимона доберемся тоже. Ох, сколько там протоплазмы нападало. Тоже надо подсобрать. Это мы удачно зашли сюда. Прям очень удачно. Так, сколько? 31,6, 38 не влезет. А вот это влезет. Еще с Эгемоном сейчас повоюем. Он недобро развернулся на меня. Он обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Сдать протоплазмы? Не, я думаю, на склад сейчас дам. Буду его не спеша так расстреливать. Он за мной полетит, пускай. Там можно будет сразу разгрузиться. Двигатели пока на месте. Можно бесконечно с них протоплазму выбивать, но ноды в рейнджерах сыпятся при стрельбе, например. Я думаю, протоплазма по такому же принципу работает. Блин, не зажарить ли его на звезде? В теории это можно сделать, у меня движок позволит это. Ну, не знаю, как насчет бесконечно именно. Прям совсем бесконечно не делал. С Гимона, скорее всего, очень тяжелые шматки выпадут. Помочь бы ему с Нондусом разобраться сначала. Гимон очень долго можно ковырять. Хотя, если зажарить его, то можно. Больнючий. Что, он не хочет за мной лететь? Гад, он по орбите, что ли? Пытается меня облететь. Не хочет на солнце лететь. Что ты с ним будешь делать? Во, давай, давай. Именно так. Блин, он держится немножко на расстоянии. Некрасивый чувак.
На самом деле он меня так может разобрать. Потому что пушки у него бьют больно. Оу. Да. Плохо это одному бить Егемона. Протоплазма жгешь, ну да. Но он все равно ее собьет. Хотя, может, и не собьют. Попробовать можно. Вот сейчас она с него что-то не падает. Бей, давай. А, вот она, наверное, на солнце сгорала просто. Нужно отвезти его оттуда. Вообще, я бы помог с Нондусом сначала. Так мы можем Магимона вдвоем начать бить. Кто там рейнджер в соло страдает об него? Вот предатель кинул меня. О! 75, ну ё-моё! 15, 12, 17, ну все, ну неплохо. Даже если не собрали 75, то нормально только. Сейчас еще и это сдадим. А можно будет потом и за Гемон взяться. И даже вот это еще соберем. Так, что там еще 10? Можно будет заход сейчас на центр рейнджеров сделать. Где там у нее протоплазма на Ханое? По-моему, да? Да. Только бы другие системы еще не ковыряли, это будет обидно. На ближайшую сдать? Эту, что ли? Три дня? О, там рейнджер прилетел помогать. Пять дней. Да не, по разным планетам бред потом мотаться. Короче, сдам я это на склад сейчас. Потом поковыряем Егемона. Не, внизу да, но потом по нескольким планетам придется елозить, чтобы это собрать. Лучше на одной. Вот, сколько ее у нас тут уже? В смысле, Арнай Гугат. А, да. Ну вот и 130 почти уже. Слушайте, нам даже может хватить на то, чтобы прокачать торговлю. Это класс. И что удивительно, никто пока не атакует новые системы. Захват починим. И... блин, Грейтон... а, Грейтон и лучемет, кстати, очень дешево чинить, как ни странно. Топливный бак тоже починим. От знания техники быстрее развитие технологий? Не-не-не, я не знаю, где ты такое прочитал, но ничего такого нет. Даже близко. Технология развивается быстрее от того, сколько у тебя свободных систем, типа вот гальских, которые быстро развивают, чтобы были бы большие планеты, и при этом индустриальные, со значком молотка такого, как Ореолки. От этого она развивается, да. Там гальцы, потом фуяне идут, люди, пеленги и молоки. И насколько большая планета еще роляет. А твой собственный навык техники вообще никак на это не влияет абсолютно. Что-то
вообще первый раз такой прикол слышу. Так что нет. Так, бьем Агимон. Части нам помогут в этом. Вот. Протоплазмы наберем. Богатыми станем. Вот это я понимаю. Хотя бы помогать нам пришли. 10-11, у меня даже так место сейчас закончится. Ничего себе, с него сыпется просто. Мы там выживаем? Да. Эх, еще бы кто-нибудь нам помог. Мы еле-еле его пробиваем. Есть. Класс. Плазмощит. Макробонятор. Но сейчас мне важнее именно протоплазма. 7, 10, 11. Остальное оставим рейнджеру. Опа, это что? А вы не охренели? Вы не охренели? Да. Два Нондуса еще прилетело. Потрясающе. Что ж. Гемона. Я не знаю, засчитали, не засчитали. Шел третий год борьбы за Тарон. Ну да. В общем, опять протоплазму на склад. Сдадим. Будем воевать. Эх, придется здесь поиздержаться на ремонт. Семерочку. Пять выкинем. Бесконечный поток протоплазмы. По всей видимости... Ой, блин, в витопроёне сломают. А я второй не сижу. Но мне очень нужен этот импульсный двигатель в порционе. Так, давайте уже добьем Катаури. Если он не добьет первым нас. Это уже какое-то дальнее оружие. В таких количествах протоплазмы сразу в капитаны. Сколько ее уже? Больше 200. Может быстренько слетать на центр рейнджеров со всей этой протоплазмой? Блин, дроид скоро сломается. А, нет, нельзя лететь на центр рейнджеров, потому что они тогда к нему присосутся сразу. Хотя попробовать можно. Так, там полетел рейнджер. Там же два Нондуса еще, там Катаурька. А, ну ее... Ее мы заборим. Вот 4... Нам бы хоть как-то расходы наши окупить. Вон еще протоплазма. Не, надо ее собрать. Рано пока-то лететь. Вот этот гад, он держится за радиусом. Помоги мне. Помоги мне. Нет, не хочет.
Ну, ты и засранец. Да, два лучемета только дотягиваются до него, но что я могу сделать? Вот там серия взрывов была. А, это протоплазма упала и сгорела. Чиним корпус. Ох, блин, как же раздалбывает мне просто все. Раздалбывают. Ужас. Что тут есть? Только центр рейнджеров и есть. А что я могу сказать? Придется чинить. Ну что, там еще и нондусы. Деньги тают на глазах. И совсем не факт, что нам хватит на импульсный двигатель. Протоплазма все увеличивается. Деньги все уменьшаются. О, мы на 13-м месте, надо же. Это Ури. Он. Она. Сейчас, прикиньте, третья волна десанта придет сюда. Блин, как же не хочется терять Виту про Йонис. Я надеюсь, там есть рейнджеры, которые защищают. О! Хоть как-то купит расходы на ремонт. А где нондусы? Их не вижу. 44, 67. А я смогу пособрать 67? 67 собрать не смогу. Где нондусы? Ага, на юге. Вот, пускай пока на юге и будут. А я возьму протоплазму и сдам ее. Взять шмотки со склада. Это все на склад. Сорок перегруз. Дроид нафиг. Захват. Не, ладно, щит. Вот, и повезем это на центр рейнджеров. Неделю туда лететь, правда. Ох, как сейчас сдам протоплазмы. Девятое место. Неплохо. Во, мы можем вкачать еще торговлю. Однозначно торговлю, потому что в деньгах прям очень большой недостаток. Следующий 420. Ну, 420 мы здесь, конечно, вряд ли набьем. Импульсные двигатели все еще есть. Все еще есть. Это радует. Возвращаемся на Арнарик Гаугат. Мы вкачали торговлю вторую. Класс. Технику можно потом вкачать. Вещи со складом.
Эх, еще бы с этих нондусов что-нибудь интересное упало. То ведь об них только страдаешь, по сути. А где они? А, вон они. И не только они. Там Атрию ломают. И Виту про Йонис ломают. Какой ужас. Я не могу разорваться, мне очень нужен двигатель. О, дипломат присоединился к атаке на Нондус. К атаке на Титан. 64. Сможем собрать. И продать. Но ты даже это не собрал. Как раз. Блин, опять тащить это в центр рейнджеров, что ли? Сколько ее еще здесь? 8, 9, 7. Немного. Второй нондус. Там где-то второй еще был. А где он? Ага. Блин, ну в центр рейнджеров лететь, сдавать 40 протоплазмы такое. Слишком-то мало. А с Нондусом, я думаю, они и без меня, скорее всего, разберутся. Можно ему в этом помочь. Гад, он наверх полетел. Ничего особо ценного с него не упало. Печально. Так, Атрию отбили, теперь бьют Алфеку, Виту про Йонис. А военная база нет, живая. Так, ну что ж, атаку на Тарон мы отбили. Это здорово. Что ж теперь делать? Наверное, на складе здесь оставлю 40 протоплазмы. 5 дней лететь, правда. Ну-ка, до центра рейнджеров 8. В Атрии есть пиратская база и научная. И там меня ненавидят. Ладно, я, наверное, вот сюда на планету слетаю. Продам крестьянскую запчасть. Сдам на склад протоплазму. И сигану в ЧД. Вдруг там есть что-нибудь интересное. Или вдруг она меня выкинет в нужное место. Заданий нету, конечно, печально.
Туда переехать, куда? В Атрию? Нет, так я там и жил. Я там и жил. Я просто за что-то попёрся, я за двигателем попёрся, импульсным, потому что без него будет прям совсем плохо. Кстати, может быть, криогены уже изобрели? Давайте посмотрим. А куда? В процион? Процион переехать? Так там ничего нету. Он пустой. Тут хотя бы станция есть. Так, криогены, давайте посмотрим. Нету. Ну что ж, раз криогенов нету, придется брать импульсный. Что делать? Пора бы на четвертый год. Не, базы пиратской нету. А даже если бы была, нет научки. Без научки, чтобы улучшать шмотки, прям будет плохо. Давайте посмотрим ЧД. Куда нас она выкинет, интересно. Где она была, я что-то не помню. Да. Ага, вижу. Замочек взял, молодец. Куда же вы? Можно попробовать потрясти... больно же. Потрясти разные корабли. Там уже посмотреть, какую из них бить. Я бы хотел какой-нибудь пси-ускоритель материи. Было бы просто офигенно. Хотя его чинить и разоришься потом, правда. Транклюкатор было бы тоже неплохо. С него можно выбить двигатель. Импульсный. Или даже криогенный. И транклюкатор, который мы не можем подобрать. Я это так не оставлю. Может быть, здесь на Рамгатру захват нормальный продается. Я бы захват, если бы взял, я смог бы с транка выбить двигатель. Нет, транк оборудовать нельзя. И ты даже не можешь ему ничего дать, потому что у него захвата нет. Но с него можно выбить шмотки. В этом плюс. Что же, здесь захвата, получается, нету. И здесь захвата, наверное, тоже нет у нас на другой планете нормального. Может быть, на центре рейнджеров есть?
Ну ты же в HD можешь оборудовать транслюкатор, а здесь ты не можешь. И здесь захвата нет. Если бы у меня был захват на 71, я бы смог его подобрать. Но не могу, потому что слишком тяжелый. Нигде нет захвата, понятно. Что ж, транслюкатора придется отказаться. К сожалению. Это еще неизвестно, куда нас от HD выкинет. А, ну попробуем по последним грохнуть белый корабль. Что тогда? Будет. Z-трансмиттер. Да. И... сейчас бы только Z-трансмиттером на 200 специально себе Клисан в систему призывать. Ладно, вопрос в том, куда нам их выкинет. Кра. Ну, кстати, как ни странно, Виту про Юнис отбили. В Кра, да? Не, нахрен эту ЧД. Мы полетим в Арктур. Оттуда в Процион. За двигателем. Что? Движок купить? Так я и говорю. Я не полечу в край, я хочу за движком слетать. А, и оттуда в дыру потом? Ну, можно. Хорошо бы, конечно, криогенный, но нет. А ну вы собираете. Система, наверное, будет атакована, когда мы туда прилетим. Да, будет. Придется возвращаться тоже через атакованный Арктур. Подсоберем немножко на двигатель. Нам понадобится это, чтобы его купить, если мы вообще сможем это сделать. Зато если мы его купим, у нас будет намного больше свободного места. И тогда мы сможем его грейднуть уже на скорость, когда у нас появятся деньги. И будет круто. Хотя я бы, конечно, предпочел криогенный, но его нет. Может быть, кстати, к тому времени награда в ЧД тоже сменится. На какую-то нормальную. Самое веселое, что я не могу взять с собой остальные артефакты, потому что они у меня в Кра лежат, в захваченные Кра. Так можно было бы взять, чтобы они больше не падали. И когда бы выпало что-то кроме. Ох, сколько шаров, сколько шаров. Добей его. Есть.
Еще кто-то остался. Фотонная пушка. И еще одна фотонная пушка. Потрясающе. Да, я знаю, что я подобрал одну, но она не особо ценнее, чем минералы, честно говоря. Так, и что у нас здесь? Нам придется отбить эту систему, чтобы потом вернуться. Хотя от проциона 16.51 придется отбить. Иначе мы из проциона не сможем вернуться. О, оружие. Блин, два нондуса. Это просто безобразие. И мне оборотку просто в хлам разломают. Хорошая дальность у лучеметов, она мне не позволяет ломать оборотку. И здесь у нас ни хрена. Быстро смотаться за движком, да нет, система защищать будет некому. Хотя тут есть транспортники еще. Не, но лучше будет им помочь. Гад ломает оборудование. О, там мелочь еще. Может, лучше им с мелочью тогда помочь? Попробуй-ка я все-таки на авантюру быстренько слетать в процион, купить там двигатель, и может быть, система до этого времени не захватит. Еще пока. По пути можно Клисан пострелять. О, это я удачно зашел. Только Катаурис, скорее всего, собьет это. Нет? 16, а мой 19. Даже получше.
Держится за радиусом. Фиг мы с ним повоюем. Эх, если транспортники сгрызут, нам будет некуда возвращаться. Ну что, добрались до точки-то? Как-то не очень... А, еще и стероидом по лицу. Потрясающе. Сейчас он меня, скорее всего, снесет. Нет? Ушел, не знаю как. Как ты ушел? Надеюсь, этот двигатель все еще здесь есть. Я расстроюсь, если его тут нет. Удивительно, что меня рейнджер еще ни один не ограбил по пути. О, они идут защищать систему? Молодцы какие. А, рано я обрадовался. Этого двигателя здесь нет. А какой есть? Онт. Ну и вот это тоже пойдет. Ого! Это они еще все соседи. Это они все в Арктур летят отбивать. Молодцы. Если и правда. Вот это тут кораблей скопилось. Так просто систему не попустят. Можно еще по приколу даже задание взять. Нету заданий. 9590. Все деньги на это уйдут. Ну, а что делать? Надеюсь, это стоило того. Покупаем двигатель. Старый продаем. И у нас еще остается 3000. Да, быстрее мы, конечно, не сильно стали. Но остались деньги на ремонт. Я боюсь представить, сколько этот двигатель грейдить будет стоить. Мне страшно. Черная дыра в Тароне пропала. Если Тарон захватит, нам будет плохо. Сколько мы можем прыгать? Нам нужно в Арктур, оттуда в Тарон и оттуда прорываться на север. Не знаю, получится ли у нас это сделать. Что, дадут задание? Нет, не дадут. Блин, а что я взлетел? Надо было гравитонные лучеметы посмотреть. Что ж, нам остается только отбивать Арктур и отбивать Тарон.
Больше нам ничего не остается. Смотрите, 142 свободного места, это офигительно. Это ж сколько пиратов можно набить. Честно говоря, немножко уже начинаю ненавидеть этих гиперпиратов, но не суть. Нам нужно набить хотя бы до следующего звания. Реакторный двигатель. Потрясающая награда. О, тут еще и второй пузырь. Вот стрелял, стрелял, а враг оттуда улетел уже. Куда это вы летите?
ХП мало осталось. Да, конечно, что-то могло быть еще.